Короче, сегодня будет вкусный борщик горячий. Это, короче, борщик из Перекрестка. Первый раз решил попробовать. 150 рублей баночка, там 300 грамм. Я взял две. Капусточка квашена. Вместо сметаны хочу в сливки залить с хлебушком. И вот такая колбасень называется мясная улитка. Пьяный я кулитка. Иди, твой упагамыш. Вот с таким перчиком, солюшка русская. Возьмем немножко так борщец. Подсолим. Чесночок. О, зеленушечки вот так вот сделаем. Ой, во имя восьмерых можжевеловые жопы. Ну кайф. Поточим. Поехали те. Навернем. Здорово, народ! Борща опять захотел. Иди твою. Блин, он прям такой горячий. Красный. Ух. Заценим. Трехдневный борщ. Еще чуть досолить надо. Ой, вы знаете, нормальный. Прям свекла чувствуется. Очень много свеклы здесь. Ну что, я всем желаю приятного аппетита. Ебанем сливок сюда. Опа. Чутка. 20%. Во! Сразу красота. Вот. А где, вы не знаете, где люди берут красную воду для борща? Майонез розовый. А? У настоящего самурая меч всегда в крови. С перчиком острым. Приятного аппетита. О. Горяченький. Капусточка с клюковкой. Чесночок. Ну как это? Горбушечку чесночком не натереть. А? Да вы шо? Какой же борщ без этого? Блин, как я обожаю вот это вот все. Острый, блин. А горячий борщ усиливает. Летит твою эффект. Этот кусь я посвящаю своей женщине. А какой? А не скажу. Тройной кусь. Блин, вкусная колбасень, я думал, фигня будет. Как батя. Острый перец, горячий борщ. Мой батя так всегда. На всю хату орёт. Ну что ты кричишь? Перец острый. Так не ешь.
Так, что это за борщ без перца острого? Ой, обожаю горячий борщ. Обожаю трехдневный горячий борщ. Ну, конечно, и когда свежий борщок, он ништяк. Блин, с капустой, это что-то с чем-то. У меня там сало есть в загашнике, но колбасень все-таки лучше. А вот в трехдневном борще что-то есть такое, вот он настоялся, он впитал всю силу холодильника в себя, самый ништяк. О, бля! Ну ты острый, конечно. Вы знаете, я вот сколько смотрю, капусты почти нету. Одна свекла. Дай мясо так, пару кусочков. За что 150 рублей? Мы вот этой капусточкой компенсируем. Тут, блин, еще кусочек. Сука. О, блядь. Хороший. Знаете, что я забыл? Сейчас принесу. Блин, я ж огурчиков хотел, таких маринованных. Настоящие, бочковые. Опа. Характерный ячпок. Ну-ка. Блин, вот действительно, как вот это, как в бочке где-то лежал. Хрустящее. Не скажу, что вау, но пойдет. Блин,
Аж язык обжигает. И вот правда, если высыпать семечки, он такой не будет горький почему-то. В чем прикол? Непонятно. Для салата, в принципе, норм. Сильно соленые они. Угу. Сливки борщи очень хорошо справляются со остротой. Полный кайф. Полное отторжение от мира нашего. Извращенец какой-то. Прям сочнейшее. Реально как из бочки. А этот такой мутный. Рассольчик. Кайф. Соленый сильно. Сливки с солеными огурцами. Мне кажется, люксовый люкс. Просто фонтаном брызжить буду нафиг. Да и пофигу. Да и с капусточкой. Ой, да что будет, они ультрапастеризованные. У них молочного только одно название. Блин, вот это все такой аппетит нажрём. Как будто не наелся, что ли. Ну и ты твою. С таким кайфом навернул. Слушайте, у меня десертик есть. Короче, здесь смотрите. Ну вот. Я не знаю, видите, нет. Быстренько сейчас. Состав. Кусочки ананаса, кусочки красной папайи, кусочки желтой папайи, вода, сахар, кусочки гуавы, свежеотжатый, сок маракуйи. Отжали у маракуйи сок, тит вашу мать. Банановое пюре. Так, ну и лимонная кислота, регулятор какой-то. Продукт готов к употреблению.
Тут даже инструкция. Чпок. И что-то там. Сок, сок, сок. Пофигу вообще, мороз. Ух ты ж. Этот бокал я хочу поднять за вас, мои хорошие. Такой вкусный этот сироп, сок. Ой, не болейте, кушайте так же с аппетитом, как я. Здоровья вам большого. И не переживайте ни за что, все будет хорошо. Ой, посмотрите, вот это что? Как она? А сама по себе она еле сладкая. Что, красная? Красная вот эта папайя. Красная папайя, вот она. Желтая папайя. Вот она, желтая. Ну-ка. Она же сочная. Ну, тоже не сладкая. Так, а вот это что? Это гуава. Кусочки гуавы, наверное. Я не знаю, как гуава выглядит. Желтая. Гуава. Ананас. Сам сироп. Сироп, короче, сладенький. Ой, бля. А вот это он. С кайфом прям. Ой, все, наелся, короче. Большое вам спасибо за просмотр. Надеюсь, я доставил вам аппетит. Слюни прям до земли, мурку напиваю, да? Сопли пузырями, зубы шифером. В общем и целом, большое еще раз спасибо, здоровья вам. И не переживайте вообще нафиг ни за что. Уйди. Все будет хорошо. А с вами был Юрец. До новых встреч, пока.